15 марта стартовал новый этап программы туристического кэшбэка. Напомним, ранее в Ростуризме планировали, что в этом году будет только два этапа – зимний и осенний. Но во многом из-за геополитической ситуации правительство решило запустить акцию весной. А это значит, что часть средств, потраченных на летний отдых по России, покупатель тура сможет вернуть. Путешествовать по программе можно, начиная с сегодняшнего дня по 1 июля, причем неограниченное количество раз. Нужно выбрать тур или свое путешествие. В состав тура можно включить и перелет, и страховку, и экскурсионные услуги, и трансферы, и проживание, и питание, и какие-то дополнительные услуги. Приобрести полный пакет тура и получить на него возврат, сделать его дешевле на 20%. Чтобы сэкономить на летнем отдыхе, нужно соблюсти ряд условий. Приобрести тур от 2 ночей до 1 мая. Из документов потребуется только паспорт. Оплатить тур картой МИР. На нее в течение нескольких дней вернется кэшбэк. Вернуться из путешествия нужно будет до 1 июля. Подчеркнем, покупателю тура вернется не более 20 тысяч рублей. Спрос на путешествия, несмотря даже на экономическую нестабильность, уверяют в турфирмах, будет высоким. К примеру, только за полдня старта продаж туры в одной из барнаульских фирм приобрели 10 человек. Июнь – это уже прекрасное время отдыха, отпуска и морских направлений. На нашем Алтае уже тоже хорошая погода и хороший отдых. Поэтому программа в этом году должна пользоваться очень большим спросом. Все, что происходит, это происходит, а отдых, в принципе, каждый планирует, тем более внутри своего региона. А вот если вы планируете отдых с семьей, стоимость тура будет больше 100 тысяч рублей, например, 200 тысяч, то можно разделить стоимость путевки, например, с одним из супругов. И тогда и ему на карту, и вам вернется по 20 тысяч. Экономия в 40. Детский отдых в этом году тоже ждет бонус. Программа кэшбэка для отдыхающих в лагерях стартует 31 марта. Откроется сезон уже 1 мая. Родителям вернется половина стоимости путевки, но тоже не более 20 тысяч рублей. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.